вижу. Ты куда такой ароматный собрался? На тренировку. Знаю я твои тренировки, там небось опять одни бабы будут. А ну какие бабы, а? Из-за твоих баночек с томатной зажарочкой мои баночки поисчезали. Мне тренироваться надо. Ну тренироваться, да? Ты, наверное, хотел сказать пялиться, да? Пялиться на этих сучек, да, которые в зале чужих мужей забирают, да? Которые делают вот так вот. Постоянно в зале они делают, да? Вот так вот они делают, да? Прям вот так вот. Вот так вот они прям. Вот так вот, блин, делают, да? Вот эти вот, вот эти вот. И вот так вот они потом делают, да? Прям вот так. А вот это ты самый любимый. Вот это вот прям. Перед глазами. Вот скажи мне, скажи. Скажи мне, да? Я права же? Я... Достала меня. Блин, опаздываю уже. Что делать, если настроение меняется слишком часто? Оля, у меня очень простая позиция. Я вообще всех люблю. А если... Оля, блядь, заебала меня, блядь, перебивать. Ну ты что? Я не знаю, мне не знакома эта история. Оля, я, по-моему, протекла. Придурок же. Это было типа смешно. А потом он сожрал ежа. И представляешь, все, это... все. Ну что, увидимся через неделю, а в крайнем случае звоните. Спасибо, Зоя, я думаю, это... Все хорошо. Алло, Зоя Эдуардовна? Да, Виталий. Меня сейчас мужчина в метро женщиной назвал. Женщина, отойдите. Я что, на женщину похож? А? Да, да нет, нет, наверняка просто оговорился. Алло? Я уже полчаса не могу выбрать, что взять. Яичницу или борщ. Это нормально? Да, это нормально. Берите борщ. Да, да, хорошо. Девушка, пожалуйста. Алло? В левом боку колет. Виталий, это уже переходит всякие границы. Извините. Алло? Я его просто ненавижу уже. Мне кажется, его за душой готовят. Зоя, на сегодня все. Следующий сеанс у нас через неделю. Звоните, если что. Звоните, если что. Оля! Ой! Там начальник пришел. Из одноклассников выходим! Если он сейчас заходит и идет быстро, все, плохо, злой. Если заходит и идет медленно, тоже плохо. Простатит разыгрался. Такой вот мудак он у нас. Поняла? Запиши. Оля! Если начальник пойдет, я тебе дам знак. Я работаю. Все мы работаем, даже те, кто в отпуске. Хорошо. Проверка. Оля! 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 Ну, Оля! Уже за спиной стоит! Отойдите от нее, Олег Михайлович. Прям над душой встали, стоите, дышите. Ну, человек новенький, ему пространство надо. А что это вы так смотрите? А то вы не знаете, вас даже жена так называет. Все, Олег Михайлович, идите уже, мы стоим, работаем, на вас работаем. А то раз в квартал приехал начальник, блядь, стоит здесь. Так отойди, говорю. А, это кулер. Оля, отбой, это кулер. А, коллеги, а кто очки положил на кулер? Так это мои очки. Ложная тревога. Но если бы это было, я бы ему так все и сказал. Ну, слово в слово. Армагеддон, гонец! Света! Апокалипсис! Взрывы! Ни с того, ни с сего! Эта бандура летит прямо на меня! Да я бандура! А если человек в кинотеатре орет? Фильм перетекает в реальность! В меня попадает пуля! Смотрю, морковь! Посмотрите на меня, ну разве я могла это сделать? Это была не морковь, это были наггетсы! Да какая разница? В общем, война, взрывы, спецэффекты! Это понятно. Лучше расскажи, как вы кресло умудрились из кинотеатра вынести. Это не я! Это мы вместе! Я бы одна ни за что не справилась! А как фильм-то назывался? Аванпост! Сереж записал? А теперь красавица 15 суток!